Bekir haksız dezinfekciya kılganbız. Azır emi Balıkçı şaharında turabız. Keçeden beri el çoğulgan, el köp kattaşkan элдер баскан жерлерде аксыз дезинфекциялап атабыз. Ошол жөнүндө бир оз маалымат берип коёлу дегенбиз. Биздин препарат эмне менен дезинфекция кылганыбыз? Бунун аты жөнү фармайот делинет. Бул хлорка эмес, хлорка бул өзү уруксат эмес авиация менен чачканга. Биздин ушул фармайоттун элге, адамдарга, жана үйдөгү жаныбарларга жана өсүмдүктөргө зыяны жок. Ошону белгилеп айтып кетким келет. Урматтуу шаардын тургундары, шаардын коноктору, эч чочулуп алсаңыздар болот. Бул адам ден соолугуна зыяны жок. Бул кайра пайда. Анча мынча үйдө ооруган жаныбарлар, анча мынча үйдө ооруган ошол өсүмдүктөр, бак дарактар болсо, алар кайра сакайып айыгып кетет. Эч чочулуп алсаңыздар, ден соолукка эч зыяны жок. Орус менен айтып. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы, команда Байдейхан, проводим бесплатную дезинфекцию в городе Балыкчы. Как вам известно, мы до этого проводили в южных областях Волжской, Джалабадской области, внутри города и районы этих областей. Вот сейчас продолжаем эту хорошую традицию, проводим бесплатную дезинфекцию в городе Балыкчы. Уважаемые жители и гости города, я бы хотел в двух словах рассказать о препарате, чем мы обрабатываем, чем мы проводим эту дезинфекцию. Как многие полагают, это не хлорка. Хлоркой мы авиации не имеем права обрабатывать. Мы обрабатываем фармайодом. Это специальный препарат, который содержит йод. Он для людей, для домашних животных и для домашнего растения, он безвреден. Я хочу здесь подчеркнуть, что он вреда не приносит. Он противодействует, он борется с вирусами, с бактериями и всякими родами инфекциями. Вот. Можете быть спокойны насчет вреда этого препарата. Вот сейчас пролетает дельтаплан, он проводит дезинфекцию. Можете посмотреть, он обрабатывает именно вот этим препаратом. Препарат абсолютно безвреден для людей, для птиц особенно, кто вчера тоже говорил. Вот я вот здесь хочу, чтобы поблизости показали, что, чем мы обрабатываем. Вот она, препарат, так и называется, фармайод. Здесь основное содержание 10% это йод. Спасибо за внимание. Вот наблюдаем, как дельта...